Таразе в очередной раз прошла ярмарка сельхозтоваропроизводителей Жамбылской области. В эти выходные на центральную площадь представители 6 районов области привезли более 160 тонн различной продукции. Наш корреспондент расскажет подробнее. Населению были предложены более 160 тонн различной продукции на общую сумму в размере 31 миллиона тенге. Это 9 тонн мяса, 3 тонн колбасных изделий, 6 тонн молочной продукции, 2000 яиц, макаронных изделий 2 тонны, 134 тонны овощей и фруктов, 4 тонны сахара. Горожане смогли купить мясо по цене 1300 до 1800 тенге, козы по 1800, курятину по 720 тенге за килограмм. В сегодняшнем ярмарке присутствует 6 районов и город Тараз, представители города Тараз. На сегодняшнем ярмарке реализуются сельскохозяйственные товары на сумму 32 миллиона на 158 тонн. Ярмарка дает населению покупать товары на 10-20% ниже, чем на рыночном. Подобные ярмарки – хорошая возможность приобрести натуральные продукты по доступным ценам. И главная продукция – наша, отечественная, а значит вкусная и полезная, говорят покупатели. По словам организатора, выставочная ярмарка проводится для обеспечения доступности сельхозхозяйственной продукции жителям областного центра. Она дает возможность нашим товаропроизводителям реализовать свою продукцию без посредников. Поэтому для потребителей цены на эту продукцию ниже рыночных от 2 до 25%. Очень хорошая, богатая ярмарка. В том году 5 раз приезжали на ярмарку, в этом году 2-й раз. Живу в Жамбылской области, Меркенский район. Казах на Расында өсіп, но балмен заниматься этим ватром. По словам организаторов, горожане стали проявлять больше интерес к таким сельхозхозяйственным ярмаркам. Только в период проведения осенних ярмарок в Таразе продано продукции почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Дахсыбек Ержанов, Ельнур Мухтар, 77 News.